Партнер прогнозу погоди на 34-му телеканалі «Аріда». Суха мікстура від кашлю для дітей. Доступний засіб, перевірений часом. Приветствую вас! На ваших экранах прогноз погоды. И о синоптических данных на среду 29 марта расскажу вам я, Олеся Вайнер. В предстоящие сутки большую часть Украины ожидает погожий день. Синоптики обещают легкую облачность и частые прояснения на небосводе. Лишь на западе и севере страны прогнозируются небольшие осадки. Средняя дневная температура воздуха по стране 12 градусов выше нуля. Далее рассмотрим синоптическую картину в регионах более детально. В центральной Украине суточные температурные показатели составят от 1 до 14 градусов выше нуля. Ночь в регионе пройдет под ясным небом. С рассветом появятся небольшие облака, которые не уйдут до конца дня без осадков. На юге страны термометр в течение суток покажет от 7 до 14 градусов со знаком плюс. День предвещается солнечный. Небольшая облачность возможна лишь в Одессе в ночные часы. Осадка в регионе не предвидится. Партнер прогноза погоды – «Арида». Сухая микстура от кашля для детей. Доступное средство, проверено временем. Берегите свое сокровище. А мы возвращаемся к прогнозам. В Западной Украине температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах 3-18 градусов выше нуля. Ночь здесь предстоит облачная и туманная, но с рассветом небо над регионом прояснится. День обещает быть ясным и без осадков. В северной части страны минимальная ночная температура воздуха 0 градусов, а максимальная дневная достигнет плюс 13 градусов. В регионе будет наблюдаться переменная облачность. В вечерние часы в Чернигове возможен дождь. Восток дождевые тучи обойдут стороной. Синоптики обещают региону легкую облачность с частыми прояснениями на небе. В течение суток местные термометры покажут от 1 до 13 градусов со знаком «плюс». 29 марта Луна вступает в созвездие Тельца. В этот период мысли и чувства успокаиваются. Лучше всего заниматься обычными домашними делами и рутинной работой. А вот важные переговоры и контракты в это время стоит отложить. Возможны ошибки и недоразумения. А сейчас подробнее о погоде в восточных областях. В Луганской области ночью на термометрах можно будет увидеть 1 градус тепла. А днем прогнозируется 6-8 градусов, также со знаком «плюс». День пройдет под облачным небом, но возможны и прояснения. А вот осадки исключены. В Донецкой области ночные температурные показатели составят 2-4 градуса тепла. А в полуденные часы они будут колебаться в пределах 7-10 градусов выше нуля. Жителям Донецка и Мариуполя синоптики предвещают небольшую облачность с кратковременными, но частыми прояснениями на небе. Осадки не предвидятся. В Днепропетровской области после полуночи ожидается 3-5 градусов тепла, а в дневное время от 8 до 13 градусов, также со знаком «плюс». В Павлограде и Кривом Роге ночь обещает быть ясной. Но уже в утренние часы облачной пеленой покроется вся область. В Днепре возможны небольшие просветы на небосводе, без осадков. И о прогнозах синоптиков для столицы Украины. При суточной температуре воздуха 1-12 градусов тепла Киев встретит день под безоблачным небом. В течение дня на столичном небосводе появятся легкие облака, а вот осадков не предвещается. Это была вся информация о погоде на среду 29 марта. Хорошего вам настроения и приятных встреч! А я прощаюсь с вами до следующего выпуска. Допоможи! Кашель почався. Суха мікстура завжди допомагає при сухому та вологому кашлі. Це ж Аріда! Так, Аріда! Суха мікстура від кашлю Аріда – доступний засіб, перевірений часом. Нарешті матиму надійний ноутбук. Та дізнаюсь, скільки я рухаюсь щодня. А цей альбом звучатиме якісно. Навіть швидше за машинок батька. Але не швидше за доставку ITBox. Зручного онлайн-маркету із найкращими пропозиціями для всієї родини. ITBox. З інтернету додому за один день.